Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Новый выпуск инсайдов. Глава Xiaomi ответил на вопрос о дате релиза Mi Mix 4. Вскоре после первых намеков руководства Xiaomi о начинке готовящегося к выходу смартфона Mi Mix 4 по сети поползли слухи о скором релизе устройства. По самым смелым прогнозам, релиз ожидается уже в августе 2019 года. Эту информацию взялся прокомментировать сам президент компании, который лично ответил поклонникам бренда на вопрос о дате презентации будущей новинки. Пользователи китайского сервиса микроблогов Weibo обратились к президенту Xiaomi Лин Бину с вопросом, стоит ли ожидать анонса Mi Mix 4 в августе. Ответ главы бренда был лаконичен – нет. Впрочем, это не означает, что смартфон не находится в разработке. Судя по датам релиза предыдущих устройств линейки, компания предположительно представит новинку в сентябре или октябре текущего года. Технические характеристики Xiaomi Mi Mix 4 не объявлены. Аппарату приписывают встроенный в дисплей сканер отпечатка пальцев, поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт и камеру с оптическим зумом. Учитывая, что Qualcomm прогнозирует начало коммерческих отгрузок флагманского процессора Snapdragon 855 Plus во второй половине текущего года, не исключено, что смартфон будет построен на базе новинки и получит 5G модем. Точная дата анонса и цена Xiaomi Mi Mix 4 не объявлены. Дизайн и спецификации Nokia 6.2 раскрыты до анонса. Свежая утечка рассекретила подробности о смартфоне Nokia 6.2. который еще не был анонсирован производителем. В сети появился качественный рендер, детальные технические характеристики, ожидаемая дата презентации и цена, готовящаяся к релизу новинки. По данным интернет-ресурса IT-Home, смартфон оснастят 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, 2280 на 1080 пикселей и круглым отверстием в матрице для 13-мегапиксельной фронталки. Тройная основная камера получит сенсоры на 28,5 мегапикселей с оптикой Zeiss. Сердцем новинки станет 8-ядерный процессор Snapdragon 660 с максимальной тактовой частотой 2,6 ГГц при поддержке 4 или 6 ГБ ОЗУ в зависимости от конфигурации. Объем встроенной памяти составит 64 ГБ, емкость аккумулятора 3300 мАч. За разблокировку аппарата будет отвечать расположенный на задней крышке сканер отпечатка пальцев. Ожидается, что версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ будет стоить около $173, а модификация 664 обойдется покупателям $217. Презентация Nokia 6.2 по данным источника состоится в третьем квартале текущего года. Snapdragon 855 Plus установил рекорд производительности в Geekbench. Вскоре после анонса флагманского мобильного чипсета Snapdragon 855 Plus новинка засветилась в базе данных популярного синтетического бенчмарка. В качестве тестовой платформы использовался игровой смартфон Black Shark 2. Результаты испытаний оказались впечатляющими. Новейший чипсет набрал 3623 балла в одноядерном тесте и 11300 баллов в многоядерном, побив рекорд Snapdragon 855, у которого, кстати, 10758 баллов, установленный ранее с тем же смартфоном рекорд. Первый смартфон Black Shark представлен в апреле прошлого года и использовал Snapdragon 845 с ядрами тактовой частотой 2,8 и 1,8 ГГц. В модели первого ROG Phone применялся вариант с той же мобильной платформой, но с большей производительностью. Плюс версия Snapdragon 855 отличается от базовой модели, увеличенной на 4,2% частотой ядер Creo Gold 485. Графический процессор Adreno 630 в составе мобильной платформы работает на 15% быстрее. Ожидается, что первым коммерческим устройством на базе новинки станет игровой смартфон Asus ROG Phone 2. Опубликовано фото бескнопочного прототипа Samsung Galaxy Note 10. Производители смартфонов не только стремятся полностью отказаться от рамок дисплея, но и рассматривают модификации гаджетов без аппаратных кнопок. Известный инсайдер Ace Universe опубликовал качественное изображение прототипа Samsung Galaxy Note 10. Производство которого компания отложила, отдав предпочтение классическому дизайну будущего флагмана. По имеющейся информации, при разработке аппарата с кодовым названием Project R6 вместо боковых кнопок предполагалось использование активных областей боковых граней смартфона с чувствительными к нажатию датчиками. При этом форма дисплея была идентична финальной версии Galaxy Note 10, пресс-рендеры которого недавно утекли в сеть. Причина, по которой компания отказалась от релиза подобного гаджета, неизвестна. Не исключено, что в будущем Samsung выпустит полностью бескнопочный смартфон в собственной линейке Galaxy A, для которых используется внутренняя маркировка RX. Ранее инженеры южнокорейского вендора неоднократно обкатывали новые технологии именно на субфлагманской линейке гаджетов компании. Redmi тизерит первый смартфон с камерой на 64 мегапикселя. Бренд Redmi опубликовал необычный тизер смартфона с рекордным разрешением камеры, слухи о котором появились в сети в прошлом месяце. Для демонстрации фотовозможностей будущей новинки использовался снимок с
впечатляющей детализации, сделанной с помощью нового фотомодуля загадочного аппарата. Фотография была опубликована на официальной странице бренда в китайской социальной сети Weibo. Чтобы подчеркнуть уровень детализации фотографии, представители Redmi увеличили кошачий глаз, на радужке которого отчетливо видно отражение окна и других объектов. Подробности о железной начинке аппарата источник не раскрывает. Предположительно, новинку оснастят анонсированным ранее сенсором Samsung ESL Bright GW1. Прочие подробности об устройстве, включая название, цену и дату анонса, производителям не объявлены. Ранее сетевые источники сообщали о готовящихся релизах смартфонов Samsung, Xiaomi и Redmi с продвинутыми возможностями съемки. Huawei Nova 5i Pro с 5 камерами показали на первых живых фото. После утечки рендера и списка характеристик неанонсированного смартфона Huawei Nova 5i Pro, инсайдерам понадобилось всего несколько дней, чтобы раздобыть реальные фотографии гаджета. Опубликованная фотосессия полностью раскрыла дизайн готовящегося к релизу устройства. Внешне Nova 5 Pro напоминает прошлогодний флагман Mate 20. У обеих моделей практически идентичное размещение сканера отпечатка пальцев и схожая компоновка модуля основной камеры, состоящая из 4 сенсоров. Светодиодную вспышку производитель предпочел вынести за пределы модуля. Кнопки питания и регулировки громкости новинки расположены на правой грани корпуса смартфона. Появившиеся ранее в базе китайского регулятора Tena характеристики Nova 5 Pro указывают на то, что смартфон будет оснащен 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением 2340 на 1080 пикселей и будет работать на базе 7-нанометрового процессора Kirin 810. На рынке Китая модель будет продаваться под названием Huawei Mate 30 Lite. В топовой комплектации смартфон будет поставляться с 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти. Аппарат получит встроенный аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 20 Вт. Разрешение фронталки Nova 5i Pro составит 32 мегапикселя. Основная камера будет состоять из сенсоров на 48, 8, 2 и 2 мегапикселя. Презентация флагманского смартфона Huawei Mate 30 ожидается в октябре, а релиз Nova 5i Pro может состояться уже в следующем месяце. Финальный дизайн Google Pixel 4 рассекречен масштабной утечкой. Вслед за первыми изображениями Google Pixel 4 и его XL-версии в сети появились качественные 3D-рендеры, полностью раскрывающие дизайн фронтальной панели и корпуса флагманских аппаратов со всех сторон. Источником утечки стал авторитетный инсайдер OnLeaks, известный высокой достоверностью публикаций. По данным источника, обе модификации аппарата получат дисплей с широкой верхней рамкой в качестве альтернативы трендовой челки для селфи-модуля и вспомогательных датчиков. Диагональ экрана Google Pixel 4 составит 5,6 дюйма, а разрешение 2280 на 1080 пикселей. Габариты устройства будут такие: 147 мм высота, 69 мм ширина, 8,2 мм толщина и 9,3 мм области тыльной камеры. XL-версия смартфона получит 6,25-дюймовый экран с разрешением 3040 на 1440 точек. Сканер отпечатка пальцев на корпусе аппаратов отсутствует. По слухам, Google оснастит новинки продвинутой системой распознания лица. Соответствующий датчик разместился в верхнем правом углу лицевой панели. Фотографии защищенного стекла, для которой опубликовал в своем твиттер-блоге инсайдер Ace Universe. По другой из версий, сенсор предназначен для работы системы распознавания жестов Project Soli. В таком случае биометрический сенсор разместится под дисплеем. Судя по рендерам, Pixel 4 и Pixel 4 XL не получит 3,5 мм аудиоразъем. На нижнем торце смартфонов разместятся решетки динамиков и порт USB Type-C для зарядки и синхронизации с ПК. Дизайн модуля основной камеры аппаратов полностью совпадает с предыдущими утечками. Обе версии получат по два основных сенсора и вспомогательный, назначение которого пока неизвестно. Предположительно, речь идет о 3D TOF модуле, но официально эта информация еще не подтверждена. Детальные технические характеристики будущих новинок пока не подтверждены производителем. Согласно предыдущим утечкам, Google оснастит аппараты процессором Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти. Анонс Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL ожидается в октябре текущего года. Because
If you have done something wrong, you have made a mistake, and somebody makes you ashamed of it, I'm guilty. You run around licking the sores of your wounds.